Город меняется. Рядом со старыми районами, с домами 50-х, 70-х годов вырастают новые современные. Один из таких – Саровская ривьера, кусочек Европы в самом сердце Сарова. Это жилой комплекс, который объединил все достижения прогресса для того, чтобы сделать жизнь его обитателей комфортной и безопасной. Из окон домов открываются отличные виды на благоустроенную территорию, гладь реки, а с верхних этажей – потрясающие панорамы Сарова. Монастырский комплекс, слияние рек и сосновый бор. Внутри подъездов лестничные марши и переходы, облицованные полированным керамогранитом. Подвесные потолки грильята со встроенными светодиодными светильниками, бесшумные европейские лифты, место для круглосуточного дежурства консьержа, системы видеонаблюдения. Наши дома построены с помощью новейших технологий с применением энергосберегающего остекления и утепленными фасадами с облицовкой долговечным керамогранитом, что сокращает значительно затраты на отопление и обеспечивает превосходный внешний вид. В конструкции плоской кровли с внутренним водостоком применена двойная гидроизоляция, что исключает обычные проблемы с крышами, такие как наледь, протечки или сход снега. Инженерные коммуникации построены по самым современным технологиям, а широкое применение полимерных материалов обеспечит их бесперебойную долговечную работу. В Саровской ривьере квартиры свободной планировки. Покупая себе жилье, вы сами можете решить, сколько здесь будет комнат, сделать все по своему вкусу, без необходимости сносить стены. Это позволяет существенно сэкономить и время, и деньги. Например, семья Лидии, рассмотрев несколько вариантов, выбрала квартиру в ривьере именно из-за свободной планировки. Но этот вариант нам понравился больше всего по квадратуре. И здесь мы распланировали для детей каждому своя комната, для нас с мужем, кухня-гостиная. И, скажем так, все свои желания и потребности мы удовлетворили. Как признается Лидия, ривьера – это идеальное место для жизни семьи с детьми. Шаговая доступность школ, детских садов и спортивных объектов делает микрорайон привлекательным. К тому же для детей застройщик оборудовал 4 площадки с разноуровневыми лазилками, горками, спортивной зоной. Все для активных игр на свежем воздухе. Нам тут очень нравится, и тут красиво, и лазилки прикольные, можно научиться много трюков делать. Тут секции рядом. У нас тут много друзей, лазилки, да, красивые. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, детские игровые площадки, дизайнерские лавочки, декоративные деревья, близость леса и набережная для неспешных прогулок. Саровская ривьера давно стала излюбленным местом отдыха не только для обитателей жилого комплекса. Горожане приезжают сюда со всех концов Сарова. Облагоустроено очень хорошо, гораздо лучше, чем все районы нашего города. И приятно гулять, приятно отдыхать. Здесь проводятся свадьбы, здесь дети гуляют с большим удовольствием. Все здорово. Здесь благоустроено, зелено, красиво. Можно посидеть, отдохнуть. Да, знаете, очень хорошо. И это все сделано. И так современный, вид хороший. Очень многие люди отдыхают здесь, любят отдыхать. Для тех, кто ищет варианты индивидуального жилья, компания «Саровинвест» предлагает уютные таунхаусы на набережной реки Садис с собственным участком и полным благоустройством. Современные дома для комфортной жизни в городской черте. Новый облик Сарова – заслуга многих людей – проектировщиков, дизайнеров, архитекторов, инженеров, прорабов и других специалистов, которые ответственно подходят к своей работе на каждом из ее этапов. Канал 16 поздравляет всех причастных к преображению Сарова с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.